Хорошо. Добрый день. Здравствуйте. Тюльпаны, кстати, замечательные вот эти. Да, очень хорошие. Угу, при этом еще алтайские. Вам букет супруги нужен? Да, но желательно алтайские, конечно. Вот у нас есть замечательный букет с алтайскими тюльпанами. Здесь также еще мимоза. Есть розы, альстромерии и орхидея цимбидиум. Великолепный букет, основан на весеннем сочетании. Хороший букет тюльпанов, пожалуйста. Штук 5 вот таких. Хорошо. Пожалуйста. Я вас этими цветами поздравлю. Спасибо вам большое. 8 марта, всего самого доброго. Спасибо. Чтобы у вас все было на работе, дома. Замечательно. Спасибо вам большое. Дорогие наши любимые землячки, жительницы Алтайского края, мы сегодня адресуем слова своей любви, признательности, уважения всем женщинам, которые нас окружают. Нам, мужчинам Алтайского края, здорово повезло, потому что у нас на Алтае живут самые красивые, самые обаятельные, самые нежные женщины России. Мы должны об этом всегда помнить, не забывать, дорожить этим уникальным для всех нас обстоятельствам. Дорогие женщины, пусть уважение, любовь, нежность со стороны мужчин окружают вас всегда. Я искренне желаю вам всего самого доброго, здоровья, благополучия вам и вашим близким, о которых вы всегда помните, заботитесь и переживаете. Счастья вам!